Состоялось 169-е заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги». Темой встречи стал потенциал Мирового океана, а также сотрудничество бизнеса и науки. Тема 169-го заседания Международного бизнес-клуба «Диалоги» – потенциал Мирового океана от науки к бизнесу. И сегодня мы в Национальном научном центре морской биологии имени Жирмунского, Дальневосточного отделения Российской академии наук. Тренды биоэкономики – основная тема сегодняшнего нашего заседания. Биоэкономика сегодня во всех природных ресурсах, производствах, в продукты питания, в энергии, товарах, услугах. Поиск научно-технологического ответа на пандемию коронавируса привел к тому, что государство и компании пришли к пониманию о необходимости инвестиций в фундаментальную науку, в генетические исследования и биотехнологии для решения сложных задач. Сегодня очень важно говорить о переходе от зеленого и умного к эффективному. Учитывая тот факт, что морские организмы, в отличие от наземных организмов, с точки зрения их биотехнологического, биоэкономического потенциала исследованы, крайне недостаточно. Особенно морские организмы, которые обитают на больших глубинах, к которым мы только-только начинаем подбираться. Они обладают таким неисчерпаемым комплексом свойств, которые бизнесу могут быть очень полезны. Причем бизнесу самых разных направленностей. И энергетики, и фармации, и сельскому хозяйству. И вот исследователи наши, а также наши технические возможности, которые существуют в центре, они дают с полной уверенностью говорить о том, что мы можем быть интересными для бизнеса. Каждое заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги» – это всегда самая актуальная и интересная тема для всего региона. Современные предприниматели не сидят на месте, они всегда в поисках новых возможностей развития. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, новости на Восьмом.